фестивале пляжных видов спорта. Это волейбол, теннис, гандбол и сапы. В новом выпуске программы «На спорте» «Сапфест». Юлия, расскажите про сегодняшнее мероприятие. Что такое «Сапфест»? «Сапфест» – это первый фестиваль, который благодаря организаторам состоялся в этом году в городе Владивостоке, который проходит в новом месте. И самое главное, мне кажется, здесь объединились различные виды спорта, которые устойчиво развиваются в городе Владивостоке. Мы видим множество заездов на сапах. Это разные дистанции, разные спортсмены и также любители. Будет заезд карнавальный, в котором как раз-то могут поучаствовать любой, от мала до велика, те, кто уверенно стоит на доске, несмотря на ту волну, которая характерна для города Владивостока. Помимо этого, это пляжные виды спорта, где соревнуются не совсем любители, это все равно люди, которые уже не один день держат либо пляжную ракетку, либо это, конечно же, пляжный волейбол. Без него мы не могли обойтись, потому что это один из тех видов спорта, который характерен для города Владивостока, именно пляжного. Помимо этого, в первый день произошли батлы по танцевальным направлениям, и мне кажется, что вот это новое направление характерно тоже для пляжного Владивостока. Фестиваль прошел на нестандартной площадке проведения мероприятий, но на излюбленном месте всех саперов – пляже бухты Патрокол. Профессионалы и любители собрались, чтобы попробовать свои силы в пляжных видах спорта и стать первыми. Вообще у нас призовой фонд 2 миллиона рублей на все виды спорта, на все первые, вторые, третьи, четвертые места. И, конечно, семьи наши, самая многочисленная семья в забеге получит прекрасный приз от нашего генерального партнера ХАР. Телевизор очень классный, красивый. Две семьи в розыгрыше, которые будут участвовать в САП-карнавале, получат холодильник. Очень много классных призов и от генерального партнера, и от других партнеров мероприятия, помимо призового фонда. Поэтому классно, что собралась такая тусовка. И мы очень хотим, чтобы все получили максимум эмоций от мероприятия и ушли еще счастливые с призами. Последний день фестиваля выдался по-настоящему сложным для участников. Все дело в непредсказуемой погоде, которая усложнила и так непростые дисциплины спортивного мероприятия. Сегодня действительно сложные условия, потому что ветер, у нас все-таки такой Владивосток, он морской, он ветреный, да, непредсказуемый, да. Но мы подстраиваемся, и участники, на самом деле спортсмены, они очень, наоборот, для них это целое испытание себя проверить. Мы немножечко сократили дистанцию для безопасности, и поэтому все хорошо справляются. Фестиваль собрал более 1000 участников из Дальневосточного федерального округа. В соревнованиях принимали участие и взрослые, и еще юные спортсмены, и просто энтузиасты, которые захотели попробовать что-то новое. Очень круто, я очень рада, что такие мероприятия проходят в нашем городе, а еще больше я рада, что заметили эту бухту, этот пляж, и скоро тут будет очень красиво. Я очень хотел сюда попасть, я очень люблю сапы, я дальневосточник настоящий, и я хотел бы, в принципе, тут побывать. Я очень рад, что у меня есть такая возможность. Что ты вообще думаешь насчет сапфеста? Кайфово. Отдельного внимания заслуживают дисциплины сап-карнавал и карнавальный забег. В зрелищной, костюмированной и красочной гонке участники соревновались не только в спортивных достижениях, но и в оригинальности и артистичности. Здесь столько невероятных людей, которые объединены спортом и красивыми костюмами. Здесь можно просто кайфануть. Творчество плюс спорт – это просто что-то с чем-то. А в Барби-Лэнде есть сапфест? Вот именно, что в Барби-Лэнде у нас такого нет, поэтому мы пришли сюда. Как мы попали, Барби? Мы что-то заснули, проснулись и появились в этом мире. Как-то и Барби уже в купальнике, и все, как будто так и надо было. А мы надеемся, что в следующем году соберется еще больше любителей и профессионалов пляжных видов спорта на сапфест. А с вами были Диана Иванова и Вероника Федорцева. Будьте на спорте!